по кличке Энджел. Она много времени провела, бродя на улице, до того, как попала в приют для животных. Никто не знает, по какой причине она оказалась на улице. Сотрудники приюта оказали Энджел медицинскую помощь и откормили истощенную собаку. Когда собака была уже в полном порядке, Дейл, нее нашли новых хозяев, и она отправилась в новую семью. Попав в новый дом, Энджел загрустила и на глазах начала увядать, вместо того, чтобы обживаться на новом месте и радоваться жизни. Она сидела на одном месте, притрагивалась к еде и грустью смотрела в одну точку. Чтобы разобраться, что происходит с Энджел, хозяева обратились за помощью в приют, из которого они ее забрали. В приюте они выяснили, что здесь остался ее лучший друг. Они вместе играли, спали и всячески поддерживали друг друга. Но после разлучения они очень скучали и грустили без компании. Узнав эту информацию, хозяева Энджел приняли решение вернуться в приют, чтобы помочь своей питомице и взять в дом еще одного песика. Домой они приехали уже с тем самым псом, за которым скучала Энджел. Собаки были невероятно счастливы встретиться. После этого они больше не грустили, и теперь в доме постоянно...